Всем привет! Сегодня у нас 26 января. О, соседи забор сделали. Недели две не были на даче. Как всегда, суровая сочинская погода. Январская. Сколько цикламенов? Сейчас видео запишу, как выглядит наша брошенная две недели назад дача в Сочи. В конце января 2019 года. Слушай, лучик цикламенов. Тьма. Интересно, просто мы на даче специально держим маленький кусочек земли, не обрабатываем. Там у нас подснежники. Вот как у нас подснежники себя чувствуют. Давай вот здесь обойдем. Строительная техника ходила. А у нас здесь дорога грунтовая. Вот. Подснежников должна быть целая поляна. Сейчас глянем. Вот это у нас растет прас. Это такой лук с ароматом чеснока. Вообще участок выглядит так, словно у нас осень, а не январь. Все засыпано листьями. И вот это надо будет скапывать. Здесь у нас растет зелень. Он чистый. Вот моя любимая. Вот это маленькая орхидея. Ятрышник. Клево, что он у меня не погиб, а спокойненько растет вот здесь под защитой камня. Вот она моя полянка подснежников. Вон их сколько. В Сочи массово цветут подснежники. Вот их сколько у меня. Отлично, отлично. Наш розмаринчик в этом году первый раз зацвел. Сейчас январь. Если вы в Сочи, вы знаете, что он цветет у нас в этом месяце. А если нет, поверить в это, конечно, очень тяжело. Вот он, отлично. Теперь у нас будет картошка Айдахо со своими специями. В общем, здесь везде сорняки. Косить надо уже. Январь месяц, надо косить. Это бык ходил. Помнишь, которого я сфоткал, выгнал? Да. Богомол взял и свою отеку разместил на моей хурме. Зараза такая. Будем ждать маленьких богомольчиков. Шефирдия вообще стоит зеленая. Как будто это вечно зеленый кустарник. На самом деле это листопадная. Зима.